Всем привет, с вами Customer C, и продолжаем наш проект SoftBack. Займемся светом. Есть два варианта подключения света. Либо его напрямую подключить к батарее, чтобы он горел постоянно, как только вставляете аккумулятор, либо сделать включение, например, фар с пульта. То есть габариты будут гореть постоянно, а фары мы включаем тогда, когда захотим. Мы, наверное, пойдем по такому пути. Для этого нам потребуется два фонарика, с которых мы будем брать линзы и светодиоды. Затем потребуется серво. Серво должна быть рабочей, сам контроллер. Ну, например, срезал шестеренки какой-то сервы, то есть ее можно использовать. Мы вытащим отсюда контроллер. Бег для питания самих светодиодов у нас на 3,3 вольта, потому что каждый фонарик идет по 1,5 вольта. Этого будет достаточно. Схема подключения такова. У нас сначала идет приемник. Приемник. В него будет вставляться наша модифицированная серва. А дальше от этой сервы будут выходы на светодиоды. Каждый светодиод мощностью 1 Вт. Подключены они будут последовательно. Здесь вот плюс, здесь минус, здесь плюс, здесь минус. Все это дело подключается в серву. В разрыв между сервой и приемником будет подключено питание с бека. Бек у нас на 3,3 вольта. А фонарики, которые я использую, они идут с линзами. Вот такие вот линзы есть. То есть можно регулировать фокус, так сказать, самой точки. Я его разобрал. Он питается от одной пальчиковой батарейки. Это примерно 1,5 вольта. То есть два последовательные, это будет как раз 3,3,2 вольта. То есть самое то, что нам нужно. Значит, фонарик состоит у нас вот из самой линзы и светодиода. Светодиод Cree, в него уже встроен здесь вот внутри стабилизатор напряжения, который все это дело выровняет. И чтобы у нас все ровно, хорошо светило и долго светило, чтобы светодиод не выходил из строя. Будут такие вот у нас фары, две. Ну что, начнем паять. Сначала мы спаяем всю эту схему на столе, чтобы отладить ее, настроить, чтобы все у нас прекрасно хорошо работало, и потом уже будем устанавливать в сам кузов. Разбираем нашу серву вот до такого состояния. Достаем из нее плату с потенциометром. Такое сложное слово. Выпаиваем из нее мотор. Здесь стоял моторчик. Вот наша платка. То есть она будет управлять включением и отключением наших светодиодов. Светодиоды у нас собраны последовательно, так как напряжение, как я уже говорил, у нас на беке 3,3 вольта, а для питания каждого нам нужно 1,5. Подключаются, припаиваются они в разъем мотора на плату серво. Далее, сам бек. Припаивается, минусовой провод припаивается к минусовому проводу серво, к черному. Красный провод питания, который идет от приемника, мы его просто обрезаем. Так вот. И впаиваем в него второе питание от бека, который идет. То есть мы просто обрезаем линию питания, чтобы приемник не питал нашу серву, а питал внешний наш источник, тот, который нам нужен по напряжению. Вот. Здесь это просто все вставляется в приемник. И получается вот такая вот у нас штука. Так, запускаем нашу систему. Подключаем аккумулятор к регулятору. Регулятор у нас приемник. Все по стандарту. Сюда же в третий канал вставлен наш новый выключатель света. Бег запитан от отдельного аккумулятора. И теперь включаем мы все это дело. Здесь уже все включено. Работает. И с помощью потенциометра мы ищем то положение, когда свет на фарах так вот включится. Чуть-чуть назад вот мы его выключаем. Все. Вот это вот граница, когда он только-только выключился. Теперь берем третий канал на пульте. Щелкаем. Не работает. Еще раз. То есть находим вот эту тонкую границу, когда фары загорятся.
Все, граница найдена. Теперь мы щелкаем на пульте, включаем, выключаем третий канал. У нас работает. Вот такая вот схема. То есть, в принципе, достаточно простая. Я думаю, каждый разберется без проблем. Такие у нас светодиодики. Теперь все это дело мы будем монтировать в саму тачку, в кузов. Прокладывать все провода, укладывать всю электронику, ставить габариты. Габарит у нас будет питаться от обычной бортовой сети, то есть напрямую сделаем питание от разъема регулятора. То есть мы вставляем аккумулятор, габариты загораются, а свет фар мы уже будем включать с пульта. Немного про передние габариты. Сначала я хотел сделать просто обычные габариты, оранжевые здесь сюда поставить, но в магазине автозапчастей нашел вот такие вот светодиоды с линзами. Вот с такими вот линзочками. Аккуратненькие такие, маленькие. Светит очень ярко. Я решил, что вместо габаритов я врежу сюда как противотуманки. То есть они будут светить постоянно, плюс еще дополнительный будет свет основных фар. Назад я взял похожие такие же линзы, они тоже круглые, только без самих этих стеклянных линз. И сюда мы их вставим, они будут просто гореть красненькими. Клеим светодиоды на обычный такой клеевой пистолет, обмазываем просто вокруг и приклеиваем. Если не будет держаться, тогда, наверное, попробуем на эбоксидку, но я думаю, что этого клея будет вполне достаточно. Собрали мы наш свет, пока так, примерный монтаж, то есть потом все эти провода, которые там внутри идут, нужно будет аккуратно уложить, распределить, то есть, чтобы ничего нигде не мешалось, не болталось. Что у нас получилось, значит, у нас горят противотуманки, так называемые. И теперь еще дополнительно фары. Все это дело управляется с пульта. Противотуманки будут гореть постоянно. Ну и сзади габариты. Габариты я пока не подключал, потому что нужны красные стеклышки, чтобы закрыть их. Пока как бы так, потом все это дело подключу сзади тоже. Все будет. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих выпусков. Дальше предстоит еще очень много работы по доводке кузова. Осталось много всяких мелочей. И потом займемся шасси. До скорой встречи!